Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео вы не увидите меня, зато увидите сентябрьскую коробочку Glambox. У меня просто сегодня муж забрал камеру, она ему нужна. Вот, и поэтому я снимаю видео про Glambox. Я думаю, мое лицо в этом видео не особо важно, как бы именно я сама, а более важна коробочка. Тем более это хорошо, что я снимаю ее вот так вот, более крупным планом получится, и получится показать продукты. Итак, в общем, это видео будет о коробочке сентябрьской Glambox, так что если вам интересно, то оставайтесь со мной. Итак, в общем, помимо всяческой бумажной продукции, содержимое коробочки сентябрьской Glambox выглядит вот таким вот образом. Сейчас я вам буду про каждый продукт по порядку рассказывать. Первое, что мне попадается, это вот такая вот тушь от Clarins, ну, естественно, миниатюрка. Так. Тут в брошюрке, которая была приложена, написано то, что это вот тушь вот с эффектом объема, удлинения и подкручивания. Wonder Perfect называется. Ну что ж, будем тестить. Мне тушь, в принципе, от Clarins нравится. Вот. Еще один продукт от Clarins также имеется. Это средство для быстрого удаления насыщенного или водостойкого макияжа с глаз. Тоже очень полезная штучка. Тут, кстати, вот в брошюрке написано... Вот в такой вот брошюрке написано, сколько средства стоит, как бы полнообъемные, то есть тушь стоит 1100, и лосьон вот такой вот полноразмерный тоже стоит 1100. Так, далее идет вот такой вот восстанавливающий шампунь для сухих и ломких волос. Для меня это очень актуально, я как раз восстанавливаю волосы, буду тестить. От Schwarzkopf, Bonacur, Hair Therapy. Вот, полноразмерная версия стоит 430 рублей. Я сразу скажу, то, что я еще никакие продуктики не тестила, кроме духов. Вот, там пробничек духов еще будет. Следующее средство... Это хайлайтер от Benefit. Вот, я думаю, High Beam, я думаю, всем он известен. Я его еще к своему стыду не пробовала. Вот, поэтому буду, так сказать, тестить и пробовать. Тут в брошюрке написано то, что это тинт, его он многофункциональный. Так, сейчас прочитаю, его можно использовать как румяна, добавлять в крем или тональные средства и высветлять темные участки лица. Ну вот, я его буду использовать как раз как хайлайтер. Следующее, опять же, неизвестное мне темной девушке средство, это от фирмы Talica, средство для роста ресницы, Lipocells Expert. Так, сейчас я вам покажу его, я не думаю, что оно очень в большом размере, да, в таком маленьком размере. Вот, у меня, в принципе, с ресницами, вот так вот оно выглядит, у меня, в принципе, с ресницами и с ростом, и с объемом проблем не было никогда, но я думаю, такое средство не лишнее будет, потестю. Вот, и вам обязательно расскажу. Далее идет вот такая вот малявочка, шмакодявочка от Declure, если я правильно читаю фирму, легкий увлажняющий крем Declure Hydra Floral в полнообъемной версии. Ух, он стоит аж 2530 рублей. Что ж, я, в принципе, кремами увлажняющими не особо часто пользуюсь, но я думаю, что это миниатюрки, я найду применение, вот, и потом вам расскажу обязательно. Далее идет такая вот миниатюрка геля для ванн и душа, расслабляющего из линии Aromacologia от L'Occitane. Полноразмерная версия стоит этой штуки 1100 рублей за 250 миллилитров, тоже также буду пробовать. И вот дальше как раз идут духи с таким вот приятным оформлением, вот так вот они выглядят, как бы... как вам сказать, в общем, в полном, да, размере, Victor and Rolf, я такой фирмы даже не слышала, новый аромат бон-бон, а бон-бон это в переводе означает конфетка, и это объясняет то, что аромат действительно такой сладкий, но для меня он слишком приторный, то есть я бы себе не купила такой полноразмерный, но под настроение вот этой миниатюркой буду с удовольствием пользоваться. Мне очень нравится то, что в тестере, вот обычно бывают такие тестеры с палочкой, то есть надо откручивать и мазать, это неудобно, а вот здесь вот такая пшикалка, он как пшикает спрей. Вот, мне это очень удобно, я очень люблю такие миниатюрки. А далее идет CC-крем от Clinique, многофункциональный увлажняющий корректор тона кожи, Super Defense CC-крем SPF 30 Color Correcting Skin Protector. В полноразмерной версии он стоит 1650 рублей. Буду тестить эту штуку, всякие тональные основки я люблю, у меня как раз моя от Clarins закончилась, вот, буду эту тестить.
Далее идет вот то, что я вообще очень люблю. Это восстанавливающее масло для волос от Бонакур. Кстати, у него очень такая щадящая цена. Ой, какая хорошенькая штучечка. Очень щадящая цена, в полной версии 725 рублей за 100 миллилитров. Вот, то есть, ну, как бы по сравнению с другими маслами. Очень недорого. Тоже еще пока не пользовалась. Буду тестить. Мне очень нравится. Такая классная упаковочка. Вот, я думаю, что... Не знаю, в общем, буду тестить. Надеюсь, что мне понравится. Так, и последнее, что нам попадается, это эмульсия про... О, это эмульсия против жирного блеска от Авене. Вообще классно. У меня же как раз сейчас жирнится кожа. Для меня это вообще очень-очень актуально. Я очень рада. Обязательно буду этот продукт тестить и обязательно вам про него расскажу. И также тут еще лежал вот такой вот пробничек тонального крема от Clarins. Мне достался в оттенке 107 беige. Так, что это за тональный крем у нас? True Radiance. Вот не знаю, такой еще не пробовала. Вообще от Clarins люблю продукцию. И сертификат на подарок 500 рублей от L'Occitane. Так, он, конечно же, действует на сумму свыше 2500 рублей, если покупаешь. То есть это такая своего рода замануха, но все равно пустячок и Сейчас приятно. собирала все в коробочку и вспомнила то, что я вам не сказала, сколько стоит хайлайтер в полном размере. Но тут, собственно говоря, не написано. Вот, а Talica Lipasils для роста ресниц средство стоит в полном размере 1680 рублей. Что ж, посмотрим, что оно за такую цену будет нам давать. Вот, собственно говоря, это было все такое содержимое этой коробочки сентябрьской. Мне оно понравилось, буду тестить продукты. А вам спасибо большое за просмотр моего видео и до новых встреч. Всем пока-пока.